Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Funny Games, и сегодня мы будем играть в Zombie Tsunami. Так, ребяточки, ну что ж, давно мы с вами не играли в эту игрушку, так что погнали. Так, ребяточки, начинаем мы, как всегда, с самого начала. Вот у нас в светофоре, вот мы в городе, вот так вот потихонечку мы начинаем вот бежать. И у нас потихонечку все вроде бы пока что получается. Так, пока перескакиваем, потому что мы не сможем преодолеть этот автомобиль. Так, нам нужно 4 зомби, чтобы перевернуть машину. Потому что вдвоем нас... Мы слишком слабые вдвоем, ребят, так что погнали, в общем. Давай, монетки. Ой, одну монетку не собрал. Так, ребячки, десантника забрали. Все, вроде бы нас четверо. Теперь аккуратно надо на бомбу нам не наступить. Теперь, ребятки, мы с легкостью можем переворачивать машины, если такие, конечно же, имеются. Нет, хух, ребята, смотрите, мы чуть с вами не упали в яму. Бомбы! Ой-ой-ой-ой, хух, ребята, как же это сложно прыгать через бомбы. Цунами! Отлично, ребят, довольно-таки круто. Вы только посмотрите, ребята, вот это классно. Посмотрите, мы все сносим на своем пути. Ну разве это не замечательно? Перфект, отлично, просто супер. Перфект, ребят, так, ну что ж, сколько здесь уже у нас? Ага, есть, 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 отлично. Довольно-таки неплохо. Так, 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 прыжок, отлично. Прыжок, вот так, прыжок второй. Ой-ой-ой, ребяточки, я совсем чуть не разбился. Прыжок, неплохо. Прыжок еще. 7 человек у нас, ребятки, 7 зомбиков у нас бегут. Надо быть более аккуратными и более бдительными к тому, что происходит. Потому что здесь, ребятки, много землетрясений, которые могут привести меня, собственно, к краху. Ой, видите, ребятки, одного зомбика мы только что на бомбах с вами потеряли. Потеряли. Так. Что это у нас? Дракон, ребят, этот дракон умеет летать, посмотрите. Видите, как я лечу? Прыжок, лечу, ой-ой-ой-ой, дракон голову только что разбил. Так, ну ничего, мы достали другую голову, которая намного, я думаю, будет круче, чем первая. Перфект, ребятки, это говорит отлично за то, что мы собираем монетки. Так, монетки нам нужны, чтобы покупать разные штуки. Так, вертолет и машина, еще раз вертолет, ой, еще раз машина, ай-яй-яй. Ой-ой-ой, все упали в яму, ребята, все упали в яму и все погибли, так сказать. Ну ничего, ребятки, мы с вами, как всегда, вы знаете, переиграем. Так, берем, ребятки. О, отлично, мы с вами открыли гору Рашмар, ребята. Так, ну что ж, довольно-таки неплохо. Так, ну что, продаем мозги, ребятки, продать. Продаем за 400 монет, да, ну что ж, довольно-таки неплохо. Так, ребятки, мы идем... вот сюда, и у нас здесь вид Рашмар. Отлично, ребятки, мы разблокировали гору Рашмар. Теперь мы сможем с видом на нее играть и любоваться американскими президентами, которые высечены в скале. Ну что ж, погнали дальше. Опять, ребятки, начинаем мы в городе. Посмотрите, ребятки, на крышу на ту, там зомбики, видите? И люди тоже кричат, вон на мосту стоят, на другой дороге кричат: «Помогите, зомби!» Набег идет, зомби-забег, он всех нас съест, ребяточки. Да-да-да, ребята, так оно и будет. Если будете, ребяточки, не слушаться, то зомбики вас всех, конечно же, съедят. Прыжок, неплохо. Еще раз прыжок. Довольно-таки и неплохо, ребятки, хочу вам сказать. Так, что здесь? А, гора Рашмар, ребятки, вот, смотрите. Мы ее разблокировали, видите? А вон, смотрите, зомбики высекают зомби из этого, из камня. Вы видели это? Цунами, опять цунами. Как же круто, ребяточки. Да, 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 вот оно. Вот, ребяточки, я все-таки сделал это. Да, 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 ребяточки. Посмотрите, как мы все подряд сжигаем. И волна, ребяточки, нагоняет всех. Прыжок там, автомобиль. Ребята, 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 ребята. Да что ж творится-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда я попал? Вау, вот это да, вот это прыжок. Вы просто, ребятки, не представляете, что здесь творится. Ох, еще раз, еще раз. Ой, а это что такое? Вау. Вот это да, вот это да, вот это я понимаю, ребятки. Вот это да. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А это что такое-то, а? Что это такое, а? Прыжок отлично, прыжок отлично, прыжок отлично. Давай, 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 отлично, отлично. Просто супер, ребятки, это мне нравится. Так, ну что ж, довольно-таки неплохо.
Perfect, отлично. Прыжок, отлично. Ой-ой-ой-ой, нет-нет-нет, ребята. Вы что творите? Это хорошо, что футболистам не страшны, ребяточки. Ни автомобили, ничего. Можно головами разбивать практически все. Переворачиваем мусорник. О, там монетки в мусорнике были. Вот это времечко, ребятки, пошло. Монеты люди в мусорник выбрасывают. Я упал, ребяточки. И просто-напросто потерял всех зомбиков. Это означает, что, ребяточки, нам надо переиграть. Так, сидр из желудочного сока собираем мы. Такой голубоватенький он. И начинаем наш забег опять, ребяточки. Начинается он с одного зомби. Позже, когда я заработаю денег, ребят, я смогу уже начинать забег с... Огромное стадо будет зомби уже, так сказать, бежать. Но за это нужно платить денежку. До этого мы с вами когда-то играли взломанную версию, но подписчики не хотят, ребяточки. Говорят, что Юра, мы не хотим, чтобы ты играл во взломанную версию. Давай играй в обычную, нам больше нравится. Без всяких кодов и паролей. Так нечестно и все такое. Так что я для вас, дорогие подписчики, скачал вот эту вот игру, которая без кодов, без паролей, без читов. Мы ее с самого чистого листа проходим с вами и радуемся этой игре. Так, посмотрим, куда мы далеко сможем зайти. Так, у нас 4 зомбика, но я, конечно же, не рискнул, ребятки, не рискнул перевернуть автомобиль этот. Жалко, что мы не можем вот эти автомобили на ходу сбивать, которые едут по трассе. И вертолеты. Ох, ребятки, одного зомбика только что потерял, но ничего, мы забрали с собой десантника. Он на парашюте висел, и мы его, собственно, с вами захавали. Так, давай, давай, давай. Так, что это у нас? Ниндзя, ребятки. Ну что ж, довольно-таки неплохо. У нас уже куплены... Есть эти штуки, которые будут рубить бомбы, видите? Так что любые бомбы будут разрублены в любом случае. Бомбы нам не грозят. Так, ну что ж, довольно неплохо. Так, все, ребяточки, переворачиваем автомобиль. Уже мы обычные зомбики. Нужно быть более аккуратным, более бдительным, потому что можем в любой момент упасть в яму, как это мы любим. У нас, ребяточки, итог оказывается один. Либо мы взрываемся на бомбах, то есть все зомби взрываются на бомбах, у нас просто-напросто их не остается, и я проигрываю. Либо я совершенно случайно нажимаю не на ту кнопку прыжок, вот так, как сейчас, и, собственно, проигрываю заново, потому что боюсь, когда землетрясение, нажимаю на кнопку, и, собственно, давайте, ребятки, побежали. Мне интересно, куда деваются монеты, которые я собираю, посмотрите. С каждым новым уровнем у меня их очень мало. Надо посмотреть, сколько у меня в меню монет. Может, отличаются от того, что у меня сейчас собрано. Потому что я хочу купить зомбиков, ребят. Чтобы уже начинать зомби-забег, чтобы много зомбиков бежало, а не один. Таким образом, я не пропущу, ребятки, ни одной монетки и ни одной машины. Все машины будут перевернуты. Так, бомба, прыжок, отлично. Прыжок, неплохо. Десантник, неплохо. Машина, прыжок. Опа, отлично, отлично, просто супер. Мусорник переворачиваем, здесь монеты. А бывает, там еще и зомби прячется. Или человек прячется, там бывает. И мы его съедаем, и он, собственно, превращается тоже в зомби. И бежит вместе с нами. Так, ребяточки, ну что ж, футболисты, это довольно-таки неплохо. Прикольные чувачки. А, ребят, футболистам тоже бомба, наверное, мешает, да? Наверное, они... Сейчас мы посмотрим. А нет, ребятки, футболистам бомба не мешает. Они спокойно могут проходить через бомбу. Автобус нам еще рано переворачивать. Для этого нужно 8 человек. Вертолет, машина. Еще раз машина. Ой-ой-ой, одного зомбика на машинах потеряли. Ого, съели аж 4 человека стояло. Вы видели, ребят? Вот это круто. Вот это, я понимаю, прикольно. Ну что же, ребятки, только-только начинается наш разгар. Вот с какой скоростью мы с вами уже умеем играть. Прыжок. Еще раз прыжок, ой-ой-ой, два зомбика, ребятки, впоследствии аварии пострадало, вон, посмотрите, в окне кот кричит с хозяином, помогите, спасите, но мы же зомбики, мы же не спасаем, мы же съедаем. Так, 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 не будем рисковать, ребятки, лучше перепрыгнем. Так, что это? Это, ребятки, зомби-мозг огромный, мы превратились, и вот такого вот чувачка. Ого, ребята, даже автобус перевернули. Второй автобус перевернули. Ну, бомбы нам, видите, если наш лазер не попадает на эти бомбы, то мы убиваемся. Видите, ой-ой-ой-ой. 4 зомбика только что потеряли на аварии, ребята. Посмотрите, какая скорость.
Довольно-таки неплохо. Так, не успеем, не успеем, не успеем. Давайте быстрее, давайте убегать. Не успеем, мы самолет не сможем перевернуть. Ой-ой-ой-ой, и все упали в яму. Ну что ж, дорогие друзья, не будем расстраиваться. На этом игра не заканчивается. У нас еще впереди очень много побед, очень много, ребятчики, достижений. В следующий раз мы с вами будем проходить, продолжать эту игрушку. А на сегодня, дорогие друзья, все. Вы были на канале Funny Games. Подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте пальчики вверх. С вами был, как всегда, Юра. Пока-пока.